Силовой верхний привод – самый сложный элемент современных буровых установок. «Уралмашзавод» – одно из немногих предприятий России, где занимаются его сборкой. Технологии с использованием такого привода позволяют получать большие объемы черного золота, в том числе значительно повысить эффективность добычи сверхвязкой нефти. Именно ею особенно богаты районы одного из приоритетных для добывающей промышленности направлений – северного. Но сейчас уходим больше на север, потому что месторождения они здесь уже испытаны, поэтому сейчас основное направление начинает развиваться именно геологоразведка, плюс более глубокие залежи начинаем обрабатывать. Последние десятилетия на смену вертикальному шахтному методу добычи битумов или сверхвязкой нефти пришел более безопасный парагравитационный дренаж. Он потребовал создания принципиально иных буровых установок. Они должны забуриваться под углом 45 градусов, иметь небольшую мачту и монтироваться в течение нескольких дней. Сегодня для этих целей используется зарубежное оборудование. Но ученые Уральского горного университета уверены, проектирование отечественной буровой качественно решит проблему добычи сверхвязкой нефти. Частая проблема связана именно с ремонтом бурового оборудования, который необходим, поскольку поломки неизбежны в сложных этих условиях эксплуатации севера. И другие страны не очень хорошо чувствуют эти условия, а наши производители это дело понимают и, конечно же, учтут при проектировании новой машины. Таких буровых в России пока не делают, но на Уралмаше помимо верхнего силового привода уже разработан ряд других механических комплексов, которые используются в проекте горняков. Эксперты отмечают, что новое оборудование поможет обойти санкционные препятствия и значительно снизить затраты на установку и обслуживание комплексов.